Товарищи, вставай! Привет, я Бэк. Железная хватка. Что делаешь в свободное от гор время? Разношу почту. Будешь первым почтальоном на Эвересте? Надеюсь. Ха, круто. Я знаю, опыта у всех собравшихся в избытке, иначе бы вас тут не было. Но Эверест – самое опасное место на Земле. Как погода? Отлично. Я так хочу быть рядом. В следующий раз пойдем все вместе, обещаю. Втроем. Твоя жена не против? Она за. С тех пор, как мы развелись. Сам мэр базового лагеря пожаловал. Присядь, расслабься. На высоте полета Боинга 747 наши тела в буквальном смысле слова начнут медленно умирать. Вопрос лишь в том, успеем ли мы покорить вершину и вернуться. Потерпи немного, приятель. Каких-то пара дней, и твое имя впишут в историю Эвереста. Ваза, прием! Роб, где ты? Я на вершине Эвереста, Хелен! Роб, слышишь меня? На нас надвигается облачный фронт. Дело дрянь. О, нет. У нас проблема. Кислород на исходе, так? Иди, Роб. Нет, я тебя не брошу. Пошли. Я не хочу умирать. Роб, послушай меня. Ты должен идти дальше. Нет! Если кто и сможет, то это ты. Люблю тебя. Эверест.